Телекомпания «Ахтуба», Волжская ГЭС и областной совет ветеранов представляют. С каждым годом становится все меньше тех, кто 66 лет назад сделал возможной великую победу. Фронтовики, труженики тыла, своим потомкам они подарили будущее. И наша задача ныне живущих сделать так, чтобы их старость была достойной. Здравствуйте, с вами Наталья Стеганцева и проект «Спасибо за победу». Третий год подряд, вне зависимости от торжественных дат и праздников, телекомпания «Ахтуба», Волжская ГЭС и областной совет ветеранов совместными усилиями мы стараемся помогать нашим ветеранам в решении насущных бытовых проблем. И сегодня мы идем в гости к волжанке, участнице Великой Отечественной войны Евгении Кузьминишне Соболевой. Не остановились танки тех, кто надел солдатский броник. Мы победили и потому, что страна жила одним. Все для фронта, все для победы. Снаряд за снарядом, сотни в сутки. 18-летняя Женя Соболева пока шла битва за Сталинград. 5 месяцев, что называется, ковала победу, не отходя от станка. В Красной Слободе в цехах судостроительного завода вместе с такими же девчонками, как она, собирала реактивные снаряды для «Катюш». У нас был конвейер с навесом. Головка, семерка, этот стабилизатор, пробка, винтики и это внизу вставлялось, закрашивалось суриком. После окончания битвы на Волге Евгению Кузьминишну призвали в действующую армию. Она попала в 70-й отдельный батальон воздушного наведения и оповещения связи ПВО. Они были первой преградой на пути вражеских самолетов. И уже по их наводке в дело вступали зенитки. Вот пролетает самолет, ага, прислушиваешься. Юнкерс 87. Вот. Ага. Аэрокобра американский. Там мистер Шмидт. Вы их на слух определяли? Да. Война для Евгении Кузьминишны закончилась в румынских Карпатах в августе 45-го. В родные края вернулась с будущим мужем Николаем Андреевичем. Вместе они были 58 лет, долгих и счастливых. После смерти супруга жила в семье сына в Ростовской области. И вот этим летом решила вернуться в Волжский. Квартира, сетует пенсионерка, конечно, требует ремонта. Особенно беспокоят окна. Сквозняки могут подорвать и без того шаткое здоровье бабушки, беспокоятся ее родные. Поселились в 1968 году. Этот дом. И вот как окна вот эти были поставлены. Ну, в свое время, конечно, эти дома были шикарные, как бы так, да. А сейчас стали очень беспокоить эти окна. Почему? Потому что они, во-первых, стали очень ветхие. Оно уже ничего не держится совершенно у нас, вот. И все пополопанные, все окна, все буквально. Но главная проблема, что оно холодно. И очень-очень холодно. Валентина Дмитриевна, ну, проблема понятна. И я думаю, что мы сможем ее решить и помочь вам. Дело в том, что ваша мама стала участницей благотворительного проекта «Спасибо за победу». Проекта, организованного телекомпанией «Ахтуба», Волжской ГЭС, областным советом ветеранов. И наша задача – помогать ветеранам по мере сил и возможностей. Так что, я думаю, ждите нас в гости скоро вновь и посмотрим уже на новый результат. Старые оконные блоки из дерева в квартире Соболевой мы решили заменить, конечно же, на современные пластиковые. С учетом потребностей нашего ветерана, уважаемой Евгении Кузьминичной, мы предлагаем для остекления окон ей использовать профиль Рихау немецкого качества с энергосберегающим стеклопакетом. Также они ударопрочны, устойчивы к непогоде, обладают красивым внешним видом, глянцевой поверхностью, дополнительной теплошумоизоляцией. Также мы нашему ветерану, уважаемой Евгении Кузьминичной, порекомендовали установить энергосберегающий стеклопакет, который обеспечит дополнительное тепло в доме и поможет сберечь семейный бюджет.